Эбби, мы поднялись наверх башни. Окей, ищите коменданта в башне. Нужно 2 ключа, чтобы открыть главный сервер. Наш себе здоровый робот! Сначала охраним башню, и потом уберете коменданта. Сука, мне здорово наваляли! Thank you.
здесь! Мне помощь нужна, Джесс! Снова в строю! Будь подходя! У нас оба ключа! Молодцы, девчата! Вставьте их в главный сервер и откройте мне доступ.
Я расшифровала фрагменты старого тайного послания генерала Лотара кому-то неизвестному в Берлине. Послушайте. Генерал Месса, Sie haben mich gefragt. Was ist Ihre Vision, Lothar? Nun, zunächst einmal geht meine Vision weit über das hinaus, was ich mir auf dem Weg vorstellen kann. In meiner Vision habe ich die Zukunft gesehen. Über Europa und der Welt braucht sich ein Gewitter zusammen, Herr General. Fluten und Stürme ziehen über die Nationen. Nur ich
kann das Reich auf das vorbereiten, was kommen wird. Und Labor Edna. Есть еще. Просто я не успела расшифровать. Хорошо, Сов. Интересно. Надо бы как следует осмотреть.
тебя догоню. Мы внутри, Эбби. Где искать главный сервер? Он наверху, почти на самой крыше. Вам нужно пойти через гараж, попасть в главный зал и подняться наверх. Лады. Так, дамы. Нужно пройти через гараж Брудера 2 и подняться на самый верх. Там находится главный сервер. Ты молодец, Софи. Хорошо. Thank you.
отпад! Все, я прикончил. Внимание! Разные источники донесли тревожную новость. В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Спасите больше людей, лады? Thank you.
Эй, за мной, дружок Джесс. Зашибись, сестра. Спасибо, Джесс. Сколько же людей томили здесь заперти? Знаю, я раньше часто называла Мескит адской дырой. Но на самом деле нам еще повезло. Я в тебя верю, сестра. Спасибо. Херня! Мощь мотивирует.
Внимание, сестры! Неподалеку от вас сейчас находится особо важный обер-комендант. Постарайтесь его уничтожить. Это интересно. Надо бы как следует осмотреть. Эбби, как тебе книжка об Артуре и Кеннете? Классно, да? Да ничего так, в общем. Больше всего меня, конечно, прикалывают жуткие британские имена. Брунелла Триклбэнк? Там просто отпадная концовка. Суп даю, сама увидишь. Беспилотнику пару назвал. Этого ты же не жить!
Гиббесон! Верю, сестра. Молодец, сестра.
А помнишь, ты написала рассказ, ну, где крутая героиня мочила нацистов? Меня, кстати, вдохновили мамины истории про ее отряд сопротивления. Прикольно. Так, Эбби, не помнишь, Сет рассказывал тебе что-нибудь о Даате Худ? Все, что знал. И о том, что многие тайны до сих пор не раскрыты. Когда-нибудь я этим займусь. Такое под силу только тебе, Эстер.
этом бродят нацисты, Джесс. Keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle.
Молодец, Софи. Хорошо. Я в норме. Все. Эй, за мной, дружок Джесс. Так, девчата, я наблюдаю слабый сигнал от машины Энигмы совсем недалеко от вас. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли аппарат. Мы добыли машину Энигмы. Вот и славно. Держать, Софи. Молодец, сестра.
по-моему,